Здравствуйте, сегодня 19 октября 2022 года. Сейчас мы прогуляемся по скверу Ермолова, но для начала хочу запечатлеть вот эти замечательные клумбочки в виде перевернутых зонтов. Посмотрите, какая прелесть. Очень оригинальный дизайн, 3 штуки их здесь. Все время хожу и любуюсь. Находятся они на перекрестке улицы Первая Посадская и улицы Комсомольской. Там вот Первая Посадская вот так идет, а это улица Комсомольская. А сейчас мы пройдем с вами в сквер Ермолова и там посмотрим осень, так сказать, орловскую. Вот, кстати, еще одна такая клумбочка. Там у нас переулок Воскресенский. Вот там был кинотеатр «Октябрь» в том здании. А мы с вами идем к памятнику Ермолова. К памятнику Ермолову. Рябина облетела что-то быстро. Видите, вот одни только эти ягоды торчат. Та еще не совсем. Так, это у нас каштан. Каштан. Вообще в парке, в сквере Ермолова много находится интересных деревьев. Вот это, по-моему, клен или тополь, не знаю, вот эти носики, вертолетики. Вроде клен. Вот это я не знаю, что какое-то творение садоводов. Каштан, клен. А вот это, наверное, остролистный клен. Я так думаю, сорт такой. Есть на что посмотреть. Это, конечно, не парк Огау, где вообще невероятные растения можно найти. Но тоже хорошо, знаете. До парка-то, до Огау еще дойти надо. А тут вот она, красота эта. Прям, можно сказать, шаговой доступности от центра. Табличками там снабжены некоторые растения, но мне как бы подходить особо лень туда. Вот можно почитать, что и как. Над сквером возвышается Успенский собор, он же собор Михаила Архангела. На памятнике Ермолову сидят птички, как обычно. Голубая ель, зеленая ель. Замечательно тут, красиво, конечно. А был когда-то просто пустырь. По-моему, дом хотели строить здесь, вот на этом месте. Я даже, кажется, помню, здесь сваи были забиты. Много-много свай железобетонных. Но потом их как-то все поприсыпали. И долгое время было не помню что. А сейчас вот замечательный сквер. Не хватает тут, наверное, только фонтана. Не знаю. В заводском районе не так много фонтанов. Что-то я даже и не припомню, где они тут у нас. В советское это время, помню, был фонтан. Даже у ТТУ. О, смотрите, как интересно. Сколько голубей на нем сидит. Даже интересно, чего это они облюбовали эту возвышенность. Может, им там безопасно. Здание 1795 года постройки. Бывшее реальное училище, сейчас исторический факультет УГУ. Вот, удивительное здание, старинное, за ним ТЮЗ. Ну что тут, я не знаю, еще снять. Табличка там, вернее, ну давайте снимем, ладно. Информационный стенд, так сказать, о растениях сквера Ермолова.
вот такие произрастают. Меня, конечно, больше всего радует вот манжурский орех. Вот. Ну и памятник тоже красивый, в общем-то, статуя такая красивая. Сегодня, можно сказать, относительно теплый день, выглянуло солнышко, поэтому решил вот снять такой небольшой ролик. Спасибо за просмотр, всего доброго. Подписывайтесь на канал Дмитрия Зарла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. И там у нас через дорогу памятник Лескову в окружении литературных героев. Но я не буду особо там снимать, я уже снимал недавно. Здесь поснимал, да и ладненько. Пошел себе дальше гулять. Солнышко, какая красота!